опыт работы с клиентами показал, что покупатели сталкиваются с проблемой подбора крана «Пионер». «Станкомаш» изготавливает краны «Пионер» грузоподъемностью 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 килограммов. Задача – подобрать кран «Пионер» для подъема строительных материалов с максимальным весом 400 килограммов на высоту 9-этажного дома. Год постройки 1984, 121 серия, панельный. Первым делом определяем грузоподъемность крана. Грузоподъемность крана подбирается по максимальной массе груза. Максимальная масса груза из условия задачи составляет 400 килограммов. Это значит, что по грузоподъемности подходит кран «Пионер» 500 килограммов. Высота потолков равна 2,7 метра. Рабочая отметка установки крана составляет 2,7 помножить на число этажей 9 плюс 1,8. Высота цоколя равно 26,1 метра. Согласно нормативам, на барабане должно оставаться не менее 1,5 витков каната при низшем возможном положении крюка. Это значит, что надо прибавить еще 30 метров. Считаем общую длину каната. 26,1 плюс 30 равно 56 метров. Согласно расчету, лебедку крана следует укомплектовать канатом длиной не менее 56 метров. Решение задачи. Для подъема строительных материалов с максимальным весом 400 килограммов на высоту 9-этажного дома потребуется кран «Пионер» грузоподъемностью 500 килограммов с длиной каната грузовой лебедки не менее 56 метров. Специалисты «Станкомаш» подберут оптимальную модификацию крана «Пионер» и комплектацию индивидуально каждому клиенту. Заказать любую модификацию крана «Пионер» вы можете по ссылке в описании. Связаться с нами можно через контакты, сайт или через наши соцсети. Ваши лайки, комментарии и репосты будут нам отличной поддержкой.